Так, погнали. Еще часик. Поисследовать. Это, конечно, неудачно было. Я уже не там. Мне надо было сюда как раз. Я вот все-таки не вкуриваю, где же это все? Это получается было где? Это получается здесь. Мы смотрим, что ж такое. Туман. Триан, жрец каменных кругов. Высший друид. Что, в записке вначале? Записка, найденная в сожженных полях. Баран, где же ты? Надеюсь, эта записка попадет тебе в руки. Ты пропустил обряд. Туман призвал духа огня, и мы сожгли несколько пленников. Меня вырвало, но теперь я понимаю, как устроен мир. Туман уводит нас на каменистый берег бухты. Приходи туда. Убейте тумана. Он проводит обряд на каменистом берегу в заливе на западе Ульстера, к северо-западу от источника Фойн. Высший друид Триан, Туман,
Киприана воспитали в язычестве, и он всегда испытывал сильнейший, возможно, даже нездоровый интерес к Рому Круаху, одному из самых кровожадных богов. Это даже побудило его вырезать дюжину небольших фигурок Крома. Теперь, уже будучи одним из детей Дану, он использует эти фигурки, чтобы привлечь новых последователей. Горячие молитвы и кровавые жертвы способны разжечь воображение многих. Цель. И, наверное, он недалеко. Прилично. Ну, погнали за ним. Потом тут подсобирать можно вот это все золото. Мне точно не рады. Тебя не спасла. Уничтожен. И открылась еще ветка.
Офигеть, сколько их бесконечно. Шепот. Осмотрите гробницы Боин. Холм к западу от торгового поста Раандуине в северном Миде. Записка члену детей дама. Передай шепот, чтобы сварила яд покрепче. Нам нужно надежное средство. Ты наверняка найдешь ее в гробницах Боин, где она молится своей божественной матери Морриган Дуб. Интересно. К западу от Раандуина. Погнали, позырим. Такое впечатление, что мы тут уже были. Что такое? А,
А, ну я тут шарился, я точно помню. Вот где только эта подсказка? Не могу понять, где подсказка-то это. Как там было-то написано, блядь? Гробницы. К западу. Ну, гробницы, но... Я горю! А, вон там, наверху, наверное. Ah!
эти. Вон видно подсказку эту. Беспонтовую, блять. А я ее в подземелье ищу, блять. Ну давай. А смотрите, священный каменный круг у небольшого залива на реке Бойль. Ну ебать. Записка, найденная у гробниц Бойн. Избегайте этих мест. В гробницах Бойн нашла пристанище безумица. Она беседовала с ручным волком, будто это был ее брат, и угрожала скормить ему меня. Я спасся лишь тем, что стал превозносить ее красоту, а она предложила предаться любви у священной арки, где болото Бойн изрыгают трупы. Если есть такое место, я и близкие туда не подойду. Небольшой залив. Река Бойн. Ну... Блять, вот где этот залив может быть? Если думать, что вот эта херня. Я вообще не знаю, что это, но это не круг камней точно. Пиздец.
Да, блядь, иди ты в жопу. Этот залив ебучий искать. Блять, получше бы написали, хуй пойми, где залив у реки, блять. Сука. Ну что, вот эта хуйня. Это же вообще пиздец.
залив у реки, блядь. Сука. Я хуею. Где у реки залив? Чё это? Мне уже каждый камень кажется кругом камней, блядь. Ну-ка, сука, на дороге, блядь. Я тут, блядь, ищу, понимаешь. Вот та параша, наверное. Вот это и есть залив, походу, блядь. Вот это, короче, залив. Так, ну еще. Что-то нихуя. О. Это мужик, который взорвался. Помню я такого. Но мне-то, блядь, круг камней надо. Нет слов, блядь. Или вот это параша залив. Как эти ебучие метки бесят, блядь. Если это параша залив, то где ебучая подсказка? Не круг ко мне, а какая-то параша.
Я поясняю. Ой, блядь, как так можно было написать, что хуй разбери, блядь. Предаться любви у священной арки, где болото воин изрыгают трупы. Болото воин. Ну, может здесь или здесь. Это все болото, вот это вся местность. Надо только эту арку найти. Вон арка какая-то. Так это не арка. Не стоит привлекать внимание. Ебаный покос. Что это? А, это опал.
чё-то я не вкуриваю. То ли тут квест какой-то, то ли что. Так, как он называется там? Орден Шепот. Священный каменный круг. Уж вот этот ебучий каменный круг. Хотя я сомневаюсь, что это залив, блять. Гробница — это не круг. Нахуя там писать залив, сука, если нету реки заливов? Ну нету реки заливов вообще. Ты смотришь на карту, а там река, ленточка. Какой в пизду залив? Это же надо было так зашифровать. Но если здесь нету, я даже не знаю где. Это, наверное, не каменный круг, какая-то параша. Хотя почему? Вон каменный круг. Тара. Хуя. Ну, давай. Где? Подсказывайте. Сука. Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Хуй пойми, блядь, куда идти. Самое тупое, что я видел, блядь. Священный каменный круг, блядь. Здесь гробница. Это не круг, нихуя. Где он тогда? Короче, делается это вот так.
Шепот высший друид. Сейчас, сука. Найдем этого пидора. Я охуею, если это будет место где-то рядом. Давай, блядь. Шепот. Высший друид. Нахуй мне все, мне нужен шепот. Как искать, блядь? Крапивник. Крапивник, пламя. Нет, не то. Паучиха, олень. Ясень. Туман. Шепот небучий. Так, на вершине холма. Каменный ритуальный круг возле небольшой гавани на реке Боин. Довольно трудно найти, если не знать, где искать. Ну-ка. Ёбаный покос. Коллект. Давай позырим, где это. Гавань. И где впереди где-то, да? Без понятия, это не то что-то. Может здесь, сука. Да, вот это точно на изгибе. Карта, блять. И вот это параша. Ну охуеть. Значит, залив. Это вот этот изгиб ебучий, это залив. Ну сукин сын, блять. Чё там в записке? Молитва жертвенного камня. Зовут меня шепот, и я вечно шепчу. Вот петух. Шепчу мертвецам, что спят в болотах. Они же награждают меня соками, что я извлекаю из их плоти. Из тех соков получается яд. Трупы в болотах шепчут мне имена жертв. Убейте шепот, она бродит по болотам к востоку от Инхруе. Высший друид, лес лех, шепот.
Если Лех считает себя дочерью Морриган, древней богини смерти и болезней. Она проводит время, разыскивая в болотах Миды мумифицированные трупы, что иногда всплывают на поверхность. Она верит, что убила этих людей в прошлой жизни и оставила, чтобы найти позже. Тела сочатся болотной водой и густой слизью, которую Леслех иногда использует для создания ядов. Это и делает ее незаменимой для детей Дану. Ладно, конец тебе пришел. Ебанулся, блядь. Еще янтарь, омытый кровью. Так, скоро все сдохнут. Паучиха. Победите в дуэли выпивох. В таверне Дублина. Ну, ёбаный покос. Записка члену детей Дану. Соратник, боюсь, дрожащая паучиха не желает прислушиваться к голосу рассудка. Она регулярно совершает возлияние с самым известным выпивохой в таверне Дублина. Думаю, тебе ясно, что это может помешать ей хранить наши тайны. В остальном я ею доволен. Многие враги пали благодаря ее уговорам. Можешь ли ты поговорить с ней? Дуб это, наверное, центральный кент какой-то. Давай, давай, сейчас выпиво победим. Да слезь ты, ёбаный в рот, блядь. Придурок, блядь. Винтовый лифт.
закончим состязание. Сейчас мы с тобой насостязаем. Скрестим рога! Выпей до дна быстрее меня, и победа твоя! Хочешь сделать ставку? Серебро на бочку! Значит, на все? Сколь? Ха! Давай пить! Ну, падла. Ты когда начнешь? Сука. Ой, ебаный рот. На ноги пролилось. Противник. В натуре. Записка, выигранная в дуэли выпивох. Настоящего имени паучихи я не знаю, но питье меда ей со мной не тягаться. Я видел, как она незаметно передавала кому-то серебро под самым высоким деревом в Дублине. Попробую поискать там. Осмотрись вокруг. Когда все просто и понятно, тогда зашибись. А когда написали, пиздец, где этот залив? Mm-hmm.